Ребята, GTA 5 уже есть в Play Market. Всем здарова, ребята, и вы на канале Грута GTA. Ну и я вам подготовил хорошие новости. Наш официальный разработчик GTA 5 на Android сказал, что хочет нашу игру перенести в Play Market. Вот это, ребята, его новый пост в Твиттере. Ну, пошли переведем. Его, ребята, следующие планы — опубликовать игру в Google Play Store. То есть он хочет этот бета-тест уже закинуть в Play Market. Кстати, у него был пост, где он обещал, что скоро и iOS-устройства смогут играть в эту GTA 5. Сейчас я вам, ребята, покажу несколько групп ВКонтакте, которые тоже сказали, ну и, конечно же, подтвердили информацию, которую я вам говорил, что GTA 5 скоро добавят в Play Market. Ребята, но перед этим поставьте лайк, подпишитесь, ну и нажмите на колокольчик. Ну а теперь посмотрите на доказательства, ну и всем спасибо за просмотр, всем пока! My life is a part.